Где? Да стоп! Твою мать! Та-та-та-та-та, нужен второй. Так, значит, я прыгаю вниз. Так, я надеюсь, что он... Я с вами еще минут 10 на эту боль смотреть. А он ничего не хочет? Блин. Освободи справа, попробуй. Чего? Справа освободи, я попробую там налево пойти. Интересно, как он себя поведет сейчас. Вдруг он что-то изменит сейчас. Да, Димай. Блин, урод, а? Так попробуй ты подвинуться вперед. Да нет, уже все, тут спрессор. Тут уже запор это все, блин. Он никак не сдвинется. Какое говно, а? Какое говно. Это никто не тестировал. Вообще никто. Да. О, стой, тихо, вы можете, стойте, подождите, вы можете подогнать. Только как? Да мы не сможем ничего подогнать. Как бы тут подогнать-то, сейчас погоди. Нет, спал прав, ты можешь попробовать убить тех, кого-нибудь там и слева. Нет, стой, не, можно еще проще, смотри. Сейчас ты, значит, убиваешь два ближних к Амколу кубика. Смотри, значит, потом встаешь на Амкола. И надо подгадать точно, что и заманить этого дегенерата. А там не выйдет, слушай, спал, если он не падает в эту яму, он просто пробежит по земле до Амкола. Он побежит до Амкола, но Амкол уже успеет уйти обратно направо, а этот чувак сам... Он не застрянет. Нет, он... Погоди, он застрянет. Он не застрянет, он когда входит просто горизонтально в стену, он не застревает в ней. Он только когда в нее падает. Да нет, погоди. Если я все открою, он просто до тебя добежит. А там не будет все открыто. Да, можно попытаться, наверное. Так, что будем делать сейчас? Говоришь, я не знаю, да я не знаю, да, как поймать. Только там такой тайминг ебический нужен, конечно. Да. То есть, смотри, ты сейчас открываешь правую и еще одну правую. Дальше Амколь идет на центр. Ты встаешь на Амколе, а ждешь, блядь, сука, неебическое количество, какой-то супер тайминг. Открываешь левую, Амколь в это время убегает вправо. И идеально кубик, который слева от него сейчас закрывается, этот дегенерат умирает. Все, я понял. Я тоже понял, только я куда? Давай пока просто разбей крайний кубик, и мы посчитаем по секундомеру, сколько времени пройдет. И... 4... 5... 6... 7... И Ваня, ты, соответственно, идешь тоже направо, когда вместе с Амколем. Слушай, если кубик кто-то закроется, то я, скорее всего, упаду прям в закрывающий кубик. Да, это невозможно, к сожалению, выходит. То есть либо там совсем надо кадр, когда он будет уже как бы готов, и я... Ну, погоди, когда монстр падает, ты можешь по нему пройти. Ну да. То есть как бы я могу перебежать сам поле на монстра, если будет. Ты по нему проходишь там и бежишь налево, а я бегу направо. Так, сейчас я замерю точно. Нет, если вы это исполните, вы просто боги, я буду вам преклоняться перед вами. Еще раз. Ну 6 секунд. Да. Меня бежать на какой? На пятый там, допустим, да? Видимо, да. Но давай считать будешь ты. Ты будешь говорить там 5, и я в этот момент бегу направо. Я не знаю, я сам уже буду бегать над ним и как-то смотреть одновременно секундомер, как ты понимаешь, это как-то сложно. Ну, в смысле вслух считать, нет? А, вслух, ну я могу просто прокосить со временем. Раз, два, три. 4, 5. Ну блин, я косяк со временем. Попробую тайминг, что ли, по секундам поставить. Ладно. Да не, бля, это почти невозможно это исполнить. Ну понимаешь, ты стоишь на Амколе, он начинает двигаться вправо, в этот момент монстр идет сам направо за Амколем, а ты бежишь по монстру влево. Да, я понял. Пиздец, это пиздец исполнить. Ну что, пробуем? Давай. Так, надо еще раз точно себе понять. Я сразу, да, 2. Есть, с промежутком времени. Итак, ты копаешь два левых, я бегу в центр, ты копаешь слева, монстр бежит направо, я бегу направо, ты бежишь по монстру. Все понятно. Так.
На 6 секунд он закрывается, поэтому я буду считать и раз, и два, и три. Давай. Так. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и... Yes! Я что-то вижу, блядь, если это исполнит, это... Это самый эпичный момент в истории. Как? Короче, вы обязаны это вырезать. Вот начинается слов, я перед вами буду преклоняться в этот момент. Сначала обсуждение, как это исполнить. Это будет вырезано, это будет. Давай ты на отстой потом. Я устал, давай ты на отстой потом. Да, давай, я тоже сейчас уже тоже нервный, чё. Вот это скилл, блин. Давайте я отрублю стрим уже тогда. Все, этот момент войдет в золотую коллекцию, вообще это, блин, это самый лучший момент за всю историю стримов. Я отрублю стрим нахуй. Давай.